Нурмагомедов никогда не проиграет. Тренер Хабиба Хавьер Мендес выразил уверенность как в физической, так и психологической силе своего подопечного. Тренер чемпиона УФК в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес уверен, что россиянин за свою карьеру никогда не познает горечи поражения. Уверен, Хабиб настолько силен ментально, что лично я убежден в том, что он никогда не проиграет. Он всегда сумеет найти нужный путь к победе. Будет ли это мой путь, или та дорога, которую он найдет сам, но он всегда сумеет это сделать. Мне не нужно переживать о психологическом равновесии Нурмагомедова, так как он очень силен в этом плане. Конечно, Конор знает, на что нужно давить, но это не имеет значения. Уверен, Хабиб будет оставаться спокойным на протяжении всей этой истории. Конор хорош в психологическом противостоянии, но на этот раз он нашел себе достойного соперника как в этом аспекте, так и в спортивном, приводит слова Мендеса Мафайтин. Напомним, бой Нурмагомедов-Макгрегор состоится 6 октября в городе Лас-Вегас, США. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram по материалам сайта news.com.